Горский боксер Рамиль Кишеев принял участие во всероссийском турнире по боксу и выполнил норматив мастера спорта. Соревнования проходили, в общем, как обычно. Ничего нового не было. Просто то, что это были мастерские соревнования, возможность выполнить мастера спорта, это для меня создавало большую ответственность. Сейчас спортсмен активно готовится к следующим стартам. Первое место и заработанное звание мастера спорта не дают права расслабляться. Дальнейшие планы: будем готовиться на первенство Приволжского федерального округа и также в дальнейшем на первенство России по молодежи. Тренер Андрей Арнаутов, под чьим руководством занимается герой, отмечает, что очень доволен результатом своего воспитанника. Учитывая, что боксер даже не готовился к этим соревнованиям, такой прекрасный результат стал очень неожиданным. Первое место само говорит за себя. То есть турнир был очень квалификационный и неожиданно для нас. То есть мы на него не готовились. Мы готовились к чемпионату ПФО, который в марте должен быть. А тут поступило предложение на сборах. В конце сбора и решили, обговорили, и решили поехать туда. Съездили удачно. Что он, Рамиль заслужил эту победу. 3 боя, 3 упорных боя. Молодец. Желаем боксеру удачи на предстоящих соревнованиях, достичь всех поставленных целей и планов. Анна Паначева, Илья Борисов, служба информации ТРК Евразия.